Калининград, западные ворота России, уникальный регион, расположенный в географическом центре Европы на берегу Балтийского моря. Впервые здесь организовали ежегодную конференцию Ассоциации школ международного бакалавриата стран СНГ. Насыщенная программа мероприятия охватила 3 дня в апреле 2019 года, собрав на базе калининградского отеля «Рэдиссон» и зеленоградской гимназии «Вектор» около 200 специалистов из регионов России и государств ближнего зарубежья. Участниками Калининградской конференции стали руководители государственных и частных образовательных учреждений, высших учебных заведений, координаторы международных программ, педагоги начального, основного и среднего образования, психологи, представители органов власти и бизнеса, а также официальные представители международного бакалавриата и других организаций. Одним из ярких событий конференции стало посещение гимназии «Вектор» в Зеленоградске. Гостей ознакомили с историей учреждения и города-курорта федерального значения, организовали экскурсию и мастер-классы. Были представлены практические наработки, успешно внедряемые коллективом школы по стандартам международного бакалавриата.